Итак, здравствуйте. Фильтр, по-моему, отечественного производителя. Называется Original. Упаковочка такая вот простенькая, узнаваемая. Гарантия качества, название Original. Значит, продукция ООО ПКФ Ниагара, Россия, Нижний Новгород. Ну и адрес завода, e-mail и сайт. Интересная надпись: устанавливать на СТО. Самому установить нежелательно, надо на СТО. Вот, фильтр масляный этот применяется к Hyundai Accent, Getz, Solaris, Elantra, Tagaz, Kia Motors, Cerato, первое, Rio, второе, Rio, третий. В общем, на Kia Hyundai. Значит, мембраны, которая бы закрывала фильтр, нет. Emix разбомбил, как обычно, как уж они кидают там эти фильтра, непонятно. Вот, есть QR-код. Больше, в принципе, ничего нет. В общем, вы поняли, да, фильтр отечественный. Кстати, маркировку забыл его сказать. RGW811/80. Вот. Ну и так посмотрим, что же это за фильтр у нас. Корпус фильтра. Надписи читаемы. Так вот. Производитель указан, да? Пиктограммы установки. Маркировка RGW811/80. Фильтр очистки масла. В принципе, даты нет. В принципе, нормально. Что мы видим внутри? Внутри мы видим чуть-чуть краски. И, в принципе, ржи нет. Нормально. Вот. Что по фильтрующей катушке? Фильтрующая катушка, значит, у нас высотой... Сейчас скажу. Фильтрующая катушка у нас высотой такая вот, ну, почти 5 сантиметров. Фильтрующий материал уложен часто. Бывают тут прорехи, но ничего, нормально. По поводу изгиба рвется, ну, то есть он такой, как бы, ну, в общем, при загибе пальцем он рвется. Что тут придумывать? Перепускной прорезиненный, на нажатие мягкий, наверное, больше, чем тугой. Внутри у нас фильтрующей катушки. Что мы видим? Да нормально все, аккуратно. Герметика, излишков нету. Вот. В принципе, для отечественного фильтра, для отечественного производителя не экономно напихали. Высота катушки, конечно, небольшая для такого корпуса. Давайте сравним, да? Нет, нормально. Практически во весь корпус. Да, использовали пространство с делом, с умом. Вот. Противодренажный. Он мне не понравился. Видите, он кривоватый. Прилегание у нас не очень. Как-то уж так получилось, что он вот такой вот резиновый. Форму принимает свою неохотно. Ну, если на него надавить, то может прилегание. Катушка же на него давит, да? Может, прилегание улучшится. Ну, в общем, практика покажет, как он держит масло в обратку. Что касается резьбы. Резьба нарезана чисто. Она хитрая. Каждый виток резьбы имеет внутри канавку. С торца заусенцев нет. Практически нет. Вот здесь немножко есть. 5 дренажных отверстий. Резинка круглого сечения, мягкая. В принципе, задубеть не должна. Он чем-то смазан весь. Я прям весь такой жирный. Вот. Вот такой вот.
посмотрим, давайте, вот я поставил, да, видите, щели. То есть, а если мы прижмем, то что у нас будет? У нас, ну вот здесь я вижу щель. То есть, если мы прижмем даже все равно, и вот здесь я вижу щель. В общем, боюсь, что масло он не держит в обратку. Держать этот клапан масло не будет. Производителю нужно поработать над противодренажным клапаном. Ну и в конце концов, пружинка, которая держит фильтрующую катушку в корпусе фильтра. В принципе, и все. Вот такой вот незатейливый, но в то же время вроде бы добросовестный фильтр. Масляный фильтр Original. Что я хочу по нему сказать? Фильтр на троечку. Почему? Потому что противодренажный не держит, потому что фильтрующий материал нежный, при загибе рвется. Но надо похвалить производителя за то, что материала он уложил много, не сэкономил. В принципе, больше похвалить не за что вроде бы. Ну, в общем, на 5000 сойдет, на промывке сойдет, на лето сойдет, с пивком потянет. В принципе, неплохо. Четверку не поставлю, тройку поставлю. Всем спасибо за внимание. До свидания.